It's a lunch table. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем YouTube-канале, который ведет Юля Руфлорида. Юля сегодня с нами снова. И также с вами ваш риэлтор Надя Эггерс. Я риэлтор во Флориде и к вашим услугам. Ребята, сегодня мы вам пока сделаем обзор таунхауса, который купили наши зрители, такие же, как и вы, Мартин и Мария из Нью-Йорка. Они связались с нами, дали нам свои критерии. Мы им подыскали недвижимость под их критерии, и сегодня они обладатели новостройки. Новостройки таунхауса в районе Алафая, находится в 20 минутах езды от даунтауна Орландо на восток. Шикарный район, очень семейный район. Как раз у ребят скоро ожидается прибавление в семье. Малыш родится и будет расти уже в новом доме. Ребята решили переехать из Нью-Йорка с их небольшой квартирки. И здесь вы посмотрите достаточно просторный таунхаус. И еще раз спасибо вам, ребята, что вы доверились. И я надеюсь, что у вас будет все замечательно в этом таунхаусе. Я желаю вам добра, уюта, тепла и много-много-много счастливых дней в этом месте. По поводу района я расскажу, что здесь отличные школы, здесь одни из самых лучших школ в Орландо. И несмотря на то, что ребята только что ждут прибавления в семье, ребеночек вырастет, пойдет и в элементари школу, и детские сады здесь хорошие, здесь отличная инфраструктура, плазы, магазины, рестораны. И находится он вблизи с городком, который называется Авалон Парк. Расскажу вам предысторию, как мы решили купить этот таунхаус. У ребят была своя критерия. У них был бюджет, ограниченный бюджет, не выше 400 тысяч долларов. Нужен был хороший район, им нужны были отличные школы. Они очень хотели, чтобы комьюнити был gated, не так далеко от даунтаун Орландо и от того места, где проживает брат Мартина, а он проживает в этом районе. В общем, казалось бы, место идеальное. Мы стали искать вторичку. С чего мы начинали? Мы стали искать вторичку. Да, вторичку можно купить чуть побольше метражом, но это опять-таки таунхаус. Вторичку можно было купить в комьюнити, где ворота есть. Мы стали искать, но все, что мы видели до 400 тысяч, там нужно было делать ремонт. И вдруг мы нашли вроде бы идеальный таунхаус в gated community, мы сделали офер, мы зашли под контракт. Таунхаус был, по-моему, 2004 года, сейчас точно не помню, 2004 или 2006 годов. И когда мы пришли на инспекцию, ребята, инспекция очень-очень рекомендуется, прям очень рекомендуется, особенно если вы покупаете вторичку. И инспектор нашел очень много погрешностей, там и кондиционер был старый, хотя нам сказали, что новый, когда мы заходили под контракт. В общем, мы решили выйти из той старой вторички и стали искать что-то более интересное. Бюджет поднимать мы и не хотели, и не могли, и нам надо было в этом же районе вложиться в этот бюджет. И что вы думаете? Мы, в принципе, только отказались от gated community, потому что этот комьюнити, где мы нашли новостройку, он не gated. Но из-за того, что район безопасный, совершенно безопасный, хороший район, здесь, в принципе, ворота и не нужны. Вот. И давайте, прежде чем мы зайдем внутрь и посмотрим, что же все-таки приобрели наши покупатели, я быстро пройдусь по ценам. Мы приобрели этот таунхаус за 390 тысяч. Застройщик Matthew Homes, хороший застройщик, хорошо строит и хороший, как бы, сервис, хорошая гарантия после строительства.
1556 квадратных фит, в переводе на метраж 145 квадратных метров, 3 спальни, 2,5 ванных. HOA здесь есть $230 в месяц, это невысокий HOA. На таунхаусы обычно где-то 250-280 на таунхаусы HOA. По налогу я пока еще ничего сказать не могу, потому что это новая земля, налог будет рассчитываться от стоимости дома, оценочной стоимости дома, умножить на 1,5%. Вот. Налог мы увидим уже, когда нам придут налоговые декларации в 2024 году. Дом блочный, первый этаж, и второй этаж деревянный каркас. Как обычно. А лот здесь какой-то есть? Здесь есть задний дворик. Лот небольшой, 0,05 акра, но это совершенно нормально для таунхаусов. У таунхаусов нет больших дворов. Но здесь вы увидите, попозже мы вам покажем, очень красивый бэк-ярд с видом на лес. То есть здесь хорошая полная прайвеси. Ну, можно что? Еще там обустроить его, интересно. Его там обустроим. Сейчас мы даже помечтаем, как его можно обустроить. А давай еще покажем, да. Да, сейчас здесь еще заканчивается строительство. У них осталось еще несколько лотов. Кстати, вот этот таунхаус, который рядом стоит, он, по-моему, сейчас на продажу. Мы даже хотели его взять, но у него меньше квадратура. Площадь меньше. Мы даже на него подали контракт, мы его подписали, и на следующий день мы решили перевести контракт на этот таунхаус. Да. Здесь квадратура побольше, и еще хорошая разница между плюс этого таунхауса, здесь хозяйская спальня с видом на лес, а здесь хозяйская спальня с видом на парковку. Окей, понятно. Вот. Ну, все, пойдем. Да, были плюсы и минусы, которые нам все-таки мы решили зайти под этот таунхаус. Так, заходим. И что мы видим? Лестницу. Заходим мы в прихожую, и сразу открывается открытая планировка, гостиная. Да, сейчас мы посмотрим. Здесь у нас гараж. Да, гараж. Гараж на одну машину? Гараж на одну машину. Пока не захламлен, очень просторно. О, полы классные, смотри. Полы эпокси. Здесь была история. Ребят, пока мы не прошли внутрь и не начали показ, я вам расскажу историю. Да. Очень важно делать дней за 10 до клозинга, потому что когда строитель строит, здесь очень много может быть погрешностей. Ну да. Вот. А моих ребят, Мартина с Марией, не было в Орландо. Спасибо огромное их брату и его жене, что они тоже присутствовали при приеме дома. То есть за 10 дней до закрытия происходит, это называется New Home Orientation. Это когда мы приходим, строители говорят, у нас уже все закончено, и мы начинаем ходить и смотреть все погрешности. У нас такая синяя ленточка, которая закрывает, например, потолок перед покраской. И мы такой ленточкой, эту ленточку наклеивали на все погрешности, которые нам не нравились. Здесь было много косяков, но строители от этого не отказываются. Они говорят, это все будет за 10 дней зафиксировано. И мы реально, когда пришли в день закрытия снова пересмотреть таунхаус, было просто все идеально. Классно. К примеру, вот эти окна были поцарапаны. Я не знаю, чем их там отмывали от строительной пыли, но они были очень сильно поцарапаны. Нет, мы сказали их заменить. Мы пришли, я открываю гараж, а пол здесь была просто стяжка бетонная. Я говорю, так, ребята, когда мы смотрели в первый раз этот таунхаус, нам обещали эпокси. Да, вообще. И строитель на меня смотрит, говорит, мы не делаем эпокси, если это дополнительно не оплачено. А у вас это не было. Я говорю, ну вы же сказали нам, что будет. Ну, не он сказал, а другой менеджер. Да. Вот, он говорит, ну ладно, я вам сделаю. Это стоит, правда, 1800, но я вам сделаю. То есть это вошло как бы в стоимость таунхауса. Они покрыли эпокси очень чисто. И чем лучше эпокси, чем краска, бывает краска специальная для гаража, все равно она прилипает к колесам. Да, да, да. Эпокси это уже навечно. Да, вот посмотрите поближе, покажем. Классно. Чуть-чуть попозже видео, после нашего обзора, Юля вам ставит ставочки, да, обзор, как выглядели стены.
После наших, после нашей ленты. Все, да? Все было. Ну, там вообще, я еще посылаю этот обзор, потому что мои, опять-таки, ребята, они были в Нью-Йорке, они не могли в этот день приехать, я взяла очень огромную ответственность. Опять-таки, брат был тоже представителем, и вот мы ходили, здесь все эти косяки выявляли. Я посылаю Мартину эти видео, говорю, только, пожалуйста, в панику не впадайте. Я говорю, это все будет исправлено. Вот. Ну, давайте пройдем дальше. Да. Здесь у нас половинка санузла. Половинка. Все так чистенько. Ну, хорошо на самом деле получилось. Все такое светленькое, как мы любим. О, здесь полочки есть, да? Да, здесь полочки даже есть. Здесь сразу заходишь из гаража, и можно сумочки повесить, кошелек положить, телефон. Классно. Здесь даже есть USB-зарядка в розетке. Это мелочи, конечно, вот здесь. Мелочи приятные. Да, USB-зарядка, что если вы приехали из гаража, положили телефон, можно сразу его на зарядку положить. Так, вот, все, здесь у нас далее открывается гостиная, совмещенная с кухней. Так, сейчас мы ее покажем. Здесь у нас диванчик будет, телевизор. Диванчик, здесь телевизор. А, кстати, оставайтесь с нами до конца, мы покажем модель, как это мы с мебелью. Мы покажем модель не точно такую, но приблизительно, как это выглядит с мебелью. Да, это мы уже да. сделаем в конце, это модельный дом, мы туда проедем. Здесь у нас столовая. Да, столовая. Островок очень мне островок нравится. Очень красивая гранитная поверхность, прям ну шикарная, мне очень нравится цвет да, и рисунок. Шкафчики очень приятного цвета тоже, они светло-серенькие, я не знаю, если это будет заметно светло-светло, видео. Светло-светло, да, да. Прям такие, не белые, да, они не белые, а вот off-white серый цвет. Холодильник никогда не включен в продажу от застройщика. Бывают исключения, если люди покупают уже готовый model house. Там холодильник стоит, тогда он включается. Но если это только что подстроенный под покупателя проект, то холодильника никогда нет. Но это уже мелочи, все новенькое. Все новенькое, вот это все входило, да? Все appliance, вот эти все входят, все, да? Все appliance, это... Да, это входит в пакет. Раковина. Но, ребят, заезжай и живи, только холодильник покупай. О, вот так вот моешь посуду вот и смотришь да, на лес. Вид красивый. Классно, здесь еще облагоустроить и вообще супер будет. Но мы пойдем посмотрим. Но мы попозже конец, выйдем. Да? А, смотри, какая большая кладовка давай, для круп. Давай. Не знаю, где здесь включается. Так, кладовочка. Где у нее свет, а у нее внутри свет. Вот так. Очень большая кладовка, кстати, для таунхауса. Да. Обычно большая. Это просто шкаф. Очень класс. А, надо еще здесь показать. Здесь-то тоже шкафчики есть. Посмотрите, как удобно. А с этой стороны, получается, можно сидеть, да? Шкафчики все с доводчиками. Класс. И здесь можно поставить барные стулья и тоже место для завтрака. Удобно. Удобно. Потолки хорошие, не давят. Потолки, да, достаточно высокие. Проходи, пожалуйста. Так, проходим. На втором этаже у нас ковролин. Ковролин, ну, это стандарт. А, слушай, мне нравятся перила, они из дерева. Прям видно, натуральное дерево. И вот тут такая перилка небольшая. Класс. Так, куда мы идем? Давай в эту. Слева. Мастер-бедрум. Да, здесь мастер-бедрум. Отлично. Ну, достаточно просторный, большой такой мастер-бедрум. Опять-таки с видом на лес. Да, классно. То есть здесь не будут ничего вырубать, все так остается. Вот давайте вам. Вот здесь вот должно быть все облагоустроено. Красивый вид на самом деле. Очень. Здесь точно ничего не будет строиться. Девелопер сказал, что этот лес выкупать не разрешается государством. Отлично. Вот, так. Проходите, пожалуйста, в ванную комнату. Так. Туалет, ванная. Здесь душевая, не ванная. Только душевая. Две раковины. Ой, классный, тоже мне нравится такой поверхность, классная. Похоже, такой же гранит, как на кухне. И достаточно большая гардеробная. Да, хорошая. Тоже свет отдельно все закрывается. Проходим по коридору. А, давай сейчас. Здесь у нас постирочная.
Там заглянем сюда. Для полотенец. Спасибо. Тоже хорошо. Юля, нам всегда тебя так не хватает, когда тебя с нами не бывает. Ух ты, а это что? Такие вещи. Тоже гардеробная? Это постирочная, нет. Тоже не входит никогда сушильная стиральная машина от застройщика. Вот здесь они должны будут стоять. Все, хорошо, понятно. А мне вот это еще нравится. Термостат, да. Термостат можно регулировать с app, с приложением на телефоне. Здесь у нас кондиционер. Ага. Кондиционер. Вот я подумала, что там кондиционер, а он тут. Все в дверях. Так, здесь далее. У нас вторая ванная, второй санузел. Классная поверхность, вообще очень нравится. И чем мне нравится этот застройщик, мы на самом деле вот просто ходили, смотрели вообще ко всем углам. Поэтому так много сине-зеленой ленты. Почему сине-зеленая, кстати? Потому что для драйвол используется зеленая, а для каких-то, например, вот это зеркало было маленькое, вот такая прям пипочка. Чуть-чуть, не знаю, от колочек. Даже вот незаметно было, они новое зеркало поставили. Молодцы. Мы прилепили синюю ленту, они поменяли. Ну, в общем, они зафиксировали. Молодцы. А вот мне еще нравится, смотри, здесь до конца идет плитка выстроена, да? Ну, вот в душевой всегда до конца. Нет, она обычно, знаешь, вот не совсем. Да? Да. Вот, например, у нас в апартаментах так. Ну, это, наверное, у вас в апартаментах. Нет, так это много где экономят, знаешь, где очень. Ну, там, где вот вода, я всегда вижу плитку до потолка, а остальная часть помещения, она уже стены. Вот тоже будем замечать в следующий раз. Да, будем замечать. Хорошо, здесь две комнаты, одна из них будет использоваться для новорожденного ребеночка. Да, слушай, хороший размер. А другая размер. Как офис будет. Хороший вот размер. Какой из них они выберут для ребеночка и какой для офис. Ну, так. Это им решать. Хороший размер. Да, размер хороший. Так. Светлая очень. Да. Такие двери здесь. Много света в этом таунхаусе. Мне очень нравится, что здесь, весь дом светлый. Так, далее идем. Вот это, мне кажется, поменьше комната. Скорее всего, это будет офис. Вот это может быть офис, да. Вот, да, чуть поменьше. Ну, для офиса отлично просто. Слушай, да, здесь и вот здесь уже одна дверь получается для одежды, для всего. Достаточно, думаю, для офиса. Вот, ну, на этом мы закончили просмотр. В принципе, да. Просмотр. Что, выйдем теперь на улицу, да? Теперь мы сейчас выйдем на улицу, и дальше мы проедем, покажем вам не точно такую же планировку, как я говорила, модельный таунхаус, ну, с мебелью, чтобы вы увидели, в принципе, как они могут выглядеть с мебелью. Да, наглядно. Всегда хорошо посмотреть. Здесь, кстати, при обходе, при инспекции, мы обнаружили вот эта вот резиночка, которая, она там чуть-чуть... Отошла, да? Отошла, и они вообще новую дверь поставили. Не стали заморачиваться. А при втором, когда они ставили новую дверь, они чуть-чуть поцарапали вот эту дверь. Ага. Но они это заменят. У них еще есть гарантия, она год идет. Ребят, я не могу носить длинные ногти. Из-за всех этих дверей. Сеточка тоже есть. Столько уже поломала. Смотрите, здесь у нас... Достаточно приватный такой задний дворик. Да. Ребята хотят его увеличить. Вот здесь забетонировать, да? Идет стандартно. Здесь можно или уличную плитку положить, или кирпичики. Ну, просто они хотят увеличить эту площадку. Так. Потом мы так мечтали. Видите, из-за того, что здесь холм, строители поставили вот этот safety fence, да? Мы так предполагаем, что можно сделать убрать, здесь, смотрите. Не убрать, а сделать калитку. А, калитку, окей. Калитку. И здесь уже забетонировать лесенку, да? Потому что двор идет, вот опять-таки, как ты, Юля, говорила, наверху он идет до оранжевых ленточек. То есть здесь достаточно большой двор. Угу. Что-то интересное можно придумать. Если посмотреть на соседей, да. На соседей. Это тот таунхаус, который мы сначала
хотели брать. Да, вот этот. Но потом передумали на этот. Да, у нас была большая дилемма. Ага. Брать таунхаус побольше, и там нам еще что-то гранитная поверхность меньше понравилась. Ага. Или брать, ну и вообще размер. Да, планировка, да. Размер здесь намного интереснее. Конечно. Но здесь зато есть возможность, да. Да, сделать больше площадку. Угу. Слушай, ну здесь что-то можно интересное тоже здесь придумать. Здесь можно что-то интересное, только сейчас такое. Дадут комьюнити, они уже могут ага, сильно забор-то и не нужно менять. Можно даже из этого, скорее всего, убрать, придумать калиточку и, угу, да, и сделать уже сход вниз. Но на самом деле, чтобы поставить барбекю, столик и стульчики, угу, вот этой площадки ее будет больше, чем достаточно. Ну, отлично. Опять-таки, для ребенка, когда он будет уже ходить, да, то ему вот, он в лес так не уйдет. Да, 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 да. Здесь ага, уже забор стоит. Конечно. Так что забор, конечно, нужно было по-любому что-то, какое-то ограждение ставить. Угу. Так, ну что, теперь мы переходим куда? Теперь мы переходим, давай я сейчас закрою. Теперь мы переходим к модельному таунхаусу, и мы покажем вам, что это комьюнити предлагает, какие развлечения, бассейн, детская площадка, и все. Ну вот и покажем. Да. Все, поехали. Поехали. Привет. Привет снова! Мы встречаем вас в модели, которая показывается будущим покупателям, обставленная мебелью. Угу. Это для того, чтобы вы представили, как будет мебель стоять. Эта модель не такая же планировка, которую купили мои ребята. Та планировка называется Florence. Мы выставим план попозже, в конце видео. Это именно та модель, под которую мы сначала зашли под контракт, и потом решили переместиться на более просторную. Эта модель называется Capri. Цена такая же, 390. Разница в квадратуре — это 1473 квадратных метра, угу, а ту, которую приобрели мои ребята, Флоренс, это 1556. Я уже говорила, угу, но вот просто вот сравнить площадь и цена. Цена такая же. Не знаю, почему. Да. Здесь у них, Юля, покажи, пожалуйста, угу, у них все, что выделено на красном, эти лоты уже продались. Да. Та модель, вау, тоже продана. В принципе, а то, что желтым, эти лоты еще на продажу. Окей. Маленькое такое, да? Как раз, да, как раз вот мы проезжали, там вот строительство, там уже, да, тоже вовсю идет строительство, да, вот здесь скоро их тоже снимали, закончат, и такой же вид на лес. Угу. Мне кажется, вот эти вот более интересные таунхаусы, да, потому что там реальные прависи. Здесь красивый вид на озеро, но мы потом выйдем. Да, здесь не так, не так много приватности. Да. Вот. И озеро небольшое. Ну, озеро небольшое, да. Ну, здесь прям сосед соседа видит. Да. Сядешь, шашлык есть. На тебя совсем, да, со всех сторон смотрят, и кусок в горло не полезет. А что тут еще есть? Здесь бассейн. У нас бассейн. Мы пройдем, посмотрим. Да. Ну, давайте посмотрим как раз вот эту планировку.
Ее очень интересно посмотреть, чтобы сравнить. Видите, вот это вот, это неплохая, это очень хорошая планировка. Но, ну, просто мы решили взять побольше. Тем более за одну и ту же цену предлагали. Вот. Видите, гостиная, получается, она чуть меньше. Чуть меньше, да, немножечко. Но с мебелью и не поймешь, да? С мебелью не поймешь, да. Как она была на самом деле. С мебелью не поймешь, также с этой стороны телевизор. Да. Здесь у них зеркальный такой эффект кухни, то есть с другой стороны кухня, да. Столовая. Да, с да, этой да. стороны. Кухонка здесь белая. А, пол другого цвета, там сероватый, здесь а давай скажем, пол-то из чего? Внизу? У них это плитка. Это... Нет, не плитка, это ламинат. Ламинат. Ламинат? Слушай, там тоже ламинат. Там тоже ламинат? Там тоже ламинат, да. Ламинат. Вот. Так, что-то у нас. Холодильник, а тебе не показалось, что... проем для холодильника там меньше или такой же? Такой же. Такой же. Угу. Это вот, это вот, стандартно. Вот кажется по-другому, кажется, да? Кажется, когда уже что-то да, стоит. Когда стоит, уже, вот нет, ты уже нет, видишь. Нет, проемы, они одинаковые. Угу. Здесь у них, я смотрю, кварцевая поверхность. Да, кварцевая. Что тоже хорошо. Так, вот так стоит обеденный стол, и там есть для этого места. Тоже большая кладовая для круп. Пантри. Честно Большое. Говоря, действительно, они очень похожи, только вот чуть-чуть более компактные вот это. Чуть-чуть, да? Немножечко. Слегка. Так, а что у нас здесь тоже? Ну, я думаю, что с тем у нас в цене очень повезло. Они вообще выставлялись по 397, но нам как-то так скинули вот эти 7 тысяч. Ага. Вот. И, легко, да? Так, здесь вот половинка. Как будто здесь половинка побольше. Здесь половинка, да, мне кажется, тоже побольше. Вот здесь. Во всяком случае, в модели. Угу. А может, там так же. Да? Такая, ой, планировка, она везде одинаковая. Так, а давай скажем, что здесь мы не можем здесь открыть. Здесь тоже гараж, но гараж. Мы сейчас не можем открыть, они используют как офис. Окей. Пока застройщик. Угу. Ну и поднимаемся наверх. Поднимайся наверх. Так, здесь тоже ковролин. И на втором этаже ковролин. А перила, видите, здесь тоже такие деревянные, же. Красивые, зеленый дуб. Так, заходим в первую, давай, да, в первую же. Да, с этой стороны, так, офис, с видом на озеро, получаются две гостевые спальни. Они здесь представили это как офис. Ну да, но вообще это спальня, потому что здесь есть гардеробная, вот такая. Большая гардеробная, вот такая. Дверка. Кстати, так там спальни побольше тоже. Ага, хорошо. Сейчас. Вот, одна из, по крайней мере, одна из гостевой спален там побольше. Здесь вот детская у них. Вот это поменьше, да, немножечко. Здравствуйте. Так, здесь тоже классный вид. Хороший вид тоже. Так. И полный санузел. Санузел. Санузел, пожалуйста. Тоже вот плиточка до конца. Мы теперь будем обращать внимание. Так, и... Здесь они представили постирочную комнату уже с машинками. Да, машинки. А я не заметила, а у них есть такие шкафчики или нет? Шкафчики там? Есть. Такие же, да? По-моему, есть. Такой вопрос на засыпку. По-моему, есть. Должны быть. Так, дальше. И здесь мастер-бедрум хозяйской спальни. И сейчас пройдем. Здесь тоже, смотрите, только душевая. Ну, ванная, она как бы не всем нужна. Мне, например, не нужна. Здесь я считаю, душевая. Что в доме должна быть хотя бы одна ванная. Я, например, вообще даже не помню, когда я пользовалась именно ванной Хаттаб. Да, да. Ну, вот. Всякое бывает. Да, но хотя бы... Я очень много вижу домов, где вообще ни одной ванной нет. Ну, да. Но это очень... влияет на перепродажу в будущем, потому что, например, да. семьи, у которых есть маленькие дети, им нужна хотя бы в гостевой ванной. Ну, да. Сейчас я чаще замечаю, что, например, в мастер просто душевые стоят. У застройщиков практически у многих. Здесь у нас гардеробная. Гардеробная, о, большая гардеробная. Угу. Вот, и разница между тем таунхаусом, который мы приобрели, и этим, и опять-таки даже в модельном варианте,
самая главная комната в доме, можно сказать, да. Это мастер. Выходит, они выходят видишь, не да. в ту сторону, где есть красивый вид. Согласна. Вот, ну, здесь окей. как бы на улицу будет да, выходить. Да, это будет вид всегда на улицу. Угу. Ну, когда здесь все построится, конечно, будет красиво. Тут в модели вот бассейн видно, кстати, надо сказать, что здесь вот общий бассейн есть за эти HOA, которые да. будут платить. Вот. Ну что ж, пройдем тогда, посмотрим задний дворик. Да. Он там небольшой, не очень много есть чего посмотреть. Но. В целом застройщик аккуратный, да? Матами Хоумс хороший застройщик, хороший да. застройщик. Вот это место для собачки, да. Такие маленькие, да. для чивавы. Ага. Так. Вот оранжевые маркеры, следовательно, до них, получается, у вас будет лот. Да. Если это вам будет принадлежать. А просто эту модель они будут продавать в последнюю очередь, будут да? продавать в последнюю очередь. Вот эту конкретно. И, скорее угу. всего, даже чаще всего они продают модельные дома уже в тот момент, когда они уже начинают застраивать какой-то соседний район, угу. может быть, похоже, комьюнити делают. И так, чтобы люди могли... Ну, там еще не готов да, модельный дом. Да, я поняла. Они используют эти, чтобы люди посмотрели, как это выглядит, и покупали там. А потом они уже продают эти модельные Так, а я еще, дома. Знаете, что сделаю? Вот так вот с этой стороны вам покажу, как все выглядит. Задний дворик у этих таунхаусов. Такие перегородочки сделали специально. Чтобы не видеть соседей хотя бы немножко. А ну тут да, уже вы сами видишь, что хотите, вид то и красивый, делаете. Но опять-таки вопрос приватности, да? Да. Да. Вот да. там явно... Приватнее. Да, приватнее. Хотя по цене, я только так понимаю... Только еноты тебя увидят. Не сильно, да, по различается. По цене, ну, совсем не отличается. Ну вот. Так что хороший вариант взяли ребята. С чем мы их и поздравляем. Да, поздравляем еще раз наших замечательных покупателей, молодую да. семью. Спасибо вам снова, Мартин и Мария. Очень благодарна, что вы доверились. Вы счастливы. Мы вчера, ну, прям, я видела, насколько ребята счастливы переехать с Нью-Йорка. Да. Вот. И спасибо вам большое за подарок. Мне ребята подарили вот такую вот штучку. Класс. Вот, она мне очень подходит, потому что mm-hmm. я люблю синий цвет. Вот, она как раз голубой топаз. Большое спасибо, очень приятно было, прям неожиданно. И очень приятно. Да, и очень-очень приятно. Ребята, ну на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравился обзор. Район реально очень хороший. Пока есть еще лоты у них, может быть, еще кто-то захочет да. быть соседями. Опять-таки, отличные школы, развитая инфраструктура, логистика хорошо развита, дорожная, да, угу. то есть я живу в даунтаун Орландо, мне 20 минут, чтобы здесь до этого места. Нет? Нет. Вот да, классно. 429 здесь пробок нет. Вот. Может быть, это бывают хорошо. Пробки в том отрезке, где уже ты съезжаешь с хайвей, ну, да. да, и там светофоры. Ну, скорее понятно, всего, там понятно. Часов 5-6, когда рабочий день заканчивается. Ну, так, в принципе, здесь там. Да. Вот. Отлично. Ну, мы принимаем заявки на новые видео, что вы хотите посмотреть. Вот, давайте, кто больше проголосует за какой-то комментарий, кто больше наберет голосов, мы такое видео следующее и постараемся снять и выставить, потому что мы снимаем сразу 2-3 дома, так что принимаем заявки. Только, ребят, пожалуйста, не за 200 тысяч дом с бассейном. Дом с бассейном. В хороших школах, да, с хорошей, со школами хорошего рейтинга. Таких заявок поступает очень много. К сожалению, Флорида, ну, не такой дешевый штат, дешевле, чем многие другие, но у нас цены растут. Кстати, сейчас снова цены пошли вверх. Не понимаю, снова какой-то бум покупки начинается. Снова стало multiple offer situation на хорошие дома. Если вы посмотрите в тот же самый Zillow, ну, там сотни домов стоят на рынке.
но их никто не хочет. А вот те дома, которые хотим мы, хотят еще очень много покупателей. Да, снова на хорошие дома. Если там идет качество, цена сопоставимые, да, то на эти дома снова стало очень много предложений, очень много налички. У людей. Сейчас наши офферы перебивают налички очень много. Но ничего, мы боремся, мы ищем. Да. И все наши покупатели что-то находят. Главное было бы желание. Ну все, давайте на этом прощаемся. Пока. Счастливо. Пока-пока.